И так вот мы стоим на очередной выпиленной деляне братом прокурора. Или они обои бизнес этот держат, как говорят. Вот тут на краю нету нигде столбика, чтобы был отмечен край деляны. Хотя лесничий говорил, что отмечал тут деляны, но мы не видим. Вот идем. Сейчас пойдем посмотрим, сколько тут выпилено. Так. Вот, не убрано все. Деляна валяется. Не убрано. Следить должны кто? Прокуратура и лесхоз. Деляну выходит, никто не принимает. Вот такой вот завал. Деляна большая. Законно, незаконно выпилено, нужно проверять с лесничими, смотреть, где его столбики, так называемые, если он их отмечал. Но мы ничего не видим. Один сплошной завал. И вот так. По деляне идем. Эта деляна уже не свежая, как говорится. Выпилена в каком году, нам неизвестно. Так как на столбиках ничего нет, и столбиков нет. Вот так. Вот так можно посмотреть. Вот такой заросший выпил. Так все грязно, все брошено. Пройдем еще дальше, маленько посмотрим. Вот так пилят у нас прокурорские и лесничие. Помогают им скрыть вот это все. Вот это. Посмотреть можно, что тут. Вот они. Выпилы, все брошено, все не почищено. Вот так. И никто никого не наказывает. Нужно эту деляну с лесничим приезжать и смотреть. Если это незаконка, значит пересчитывать. Ущерб составлять. Начальник лесхоза не дает никаких документов. Говорит, у меня их нет. Правильно. Если я незаконно выпил, какой какие-то тут документы будут. Вот так вот. Вот деляна вся, площадь вот этой всей деляны. Вот. Все тут ничего не убрано, но выпилено. Ну так, пойдем в другую деляну. Вот она площадка, где стояла техника, грузили. Вот навалено все, вот они пни выпиленные. Посмотрим. Вон туда дорога идет. Пойдем, пройдем по ней, посмотрим, что там.